Всем привет! Сегодня у меня будет коса из 4 жгутов. Рецепт теста я напишу под видео. Кому нужен процесс замеса теста, я тоже поставлю ссылку на видео. Все рецепты смотрите на моем канале Валентина Цуркан. Тесто делим на 4 кусочка. Каждый кусочек нужно раскатать в жгут. Все, я раскатала 4 жгута. Вот они у меня 2, 3, 4, где-то 5. Раз вот такой длины. Теперь вот эти концы надо немножко заузить. Все. Теперь нужно соединить все 4. Ведущий жгут у нас будет всегда вот этот правый крайний. Всегда справа крайний. Кладем на следующий жгут наверх, под следующий жгут и на следующий жгут наверх. Теперь берем вот этот крайний жгут, кладем наверх следующего, под низ следующего и наверх следующего. Крайний снова берем, кладем наверх следующего, под низ следующего и наверх следующего. Снова берем крайний, наверх, под низ и снова наверх в шахматном порядке. Наверх, под низ, наверх. Крайний, наверх, под низ. Наверх, снова крайний наверх, под низ, наверх, крайний наверх, под низ, наверх, крайний наверх, под низ, наверх, и теперь все зажимаем и подворачиваем. Здесь крайние тоже хорошо еще раз зажать, защипнуть и подогнуть. И дам расстояться. Я посмотрю минут 20, полчаса. Накрою. И пусть стоит 20 минут. Наша косичка подошла. Теперь я ее смажу яйцом. Яйцом я очень редко смазываю, этот раз смажу. Я взяла желток и чуть-чуть растительное масло добавила. И этим я смажу нашу косичку. Вот моя коса в готовом виде. Вот она в разрезе. Вот разрез. Мягкая.